Турция, город Мерсин, район Арпач-Бахшиш. Новый жилой комплекс всего лишь в 250 метрах до моря и пляжей. Это агентство недвижимости «Дом в Мерсине». Меня зовут Екатерина, мы рады вас приветствовать. Сегодня мы снова в нашем любимом районе Арпач-Бахшиш. Будем показывать вам квартиры 1+1 в новом жилом комплексе, который вы уже не раз видели. В комплексе осталось несколько видовых квартир 1+1. Обязательно вам их покажем, но пока не об этом, расскажу вам немного про сам комплекс. Комплекс состоит из трех блоков по 15 этажей. Расположен в прекрасном месте, всего лишь 250 метров до набережной и песчаных пляжей. Большая зеленая территория. На территории комплекса располагается большой бассейн с аквапарком, небольшой бассейн для деток. Зоны отдыха в виде беседочек, детская площадка, баскетбольное поле, большое место для автопарковки, электрогенератор. Правила комплекса прописаны как на турецком, так и на русском языке. Комплекс оставляет приятное впечатление. Все продумано для вашего приятного отдыха и комфортной жизни. Комплекс вот-вот сдается, люди начинают уже заезжать, кто-то уже живет, поэтому вы присоединяйтесь еще. Есть выбор этажей, видовые квартиры 1+1, и давайте сейчас их посмотрим. И вот мы поднялись в квартиру на 13 этаж, квартира 1+1, жилой площадью 50 квадратных метров. И вот такие потрясающие виды открываются из окон. Ботанический сад, море. Отличительная особенность этих квартир – это большой балкон, выход на который есть как из кухни-гостиной, так и из спальни. Площадь его 12 квадратных метров. Вы можете его либо разделить, либо оставить единой зоной, застеклить, поставить здесь большой стол, качалку, в общем, фантазируйте. Есть для этого много пространства. Кухня-гостиная 20 квадратных метров, двухуровневый потолок, на полу ламинат, угловой кухонный гарнитур с черной облицовкой и натуральной каменной столешницей. Готовы все необходимые выводы под технику и под газовое оборудование. В коридоре установлен небольшой встроенный шкаф. Санузел 4 квадратных метра с уже установленной душевой кабиной, тропический душ и вывод под проточный водонагреватель. И спальная комната площадью 10 квадратных метров, также с выходом на большой балкон. И вот мы с вами посмотрели новый красивый жилой комплекс в районе Арпач-Бахшиш. Прекрасная локация. Этот комплекс подойдет как и для летнего отдыха, так и для постоянного проживания. Основная часть жителей этого комплекса русскоязычный, поэтому вы найдете для себя компанию, с которой будете вместе ходить на море, гулять, прекрасно проводить время. Все необходимое для проживания в шаговой доступности. Сетевые магазины Шок, Бима, А101, частные магазины. До города всего лишь 5 минут на общественном транспорте. И рядом с жилым комплексом располагается большой туристический колледж, куда вы можете отправить своего ребенка с 9 по 12 класс. Я сама уже третий год живу в этом районе, могу сказать, что каждый сезон здесь прекрасен по-своему. Вы в любой сезон можете приобрести на набережной овощи и фрукты. Да, конечно, летом здесь жизнь кипит, но опять в этом есть свои плюсы. Летом вы окунаетесь в эту активную летнюю жизнь, а зимой вы уединяетесь с природой, спокойно гуляете по набережной. Поэтому тех, кого заинтересовала эта недвижимость, пишите, звоните нам по номерам телефонов, которые указаны в описании под видео. Отслеживайте наши социальные сети, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. И нам и вам легкой работы. Кола Гельсин. Всем пока!